специально. Вот эти две мои любимые машины, о которых я больше всего, наверное, говорил на этом шоу. Лас-Вегас, Сима шоу. Excuses. Вот. Ну, нравятся они мне реально. Думаю, что вам тоже они понравились, потому что в трансляции многие потом за эфиром многие просили снять. Но я еще хочу немножко показать вам вот эти крутые интересные экспонаты.